Исследование, опубликованное в конце прошлой недели Национальным советом США по безопасности на транспорте, показало, что в штатах, которые легализовали марихуану, наблюдается увеличение числа автомобильных аварий по сравнению со штатами, где употребление марихуаны запрещено законом. Много ли теряет Индия, отказываясь легализовать марихуану и упуская такой прибыльный рынок? Просто взгляните мне в глаза, и вы увидите, что я всегда под кайфом. Зачем ограничиваться одной лишь марихуаной? Почему бы нам не начать употреблять и кокаин? Он же заряжает энергией. Я никогда не употреблял никаких наркотиков. Но просто взгляните мне в глаза, и вы увидите, что я всегда под кайфом. Правда ли, что этот человеческий механизм — это самый сложный химический завод на планете? Так что если вы знаете, как управлять им, то вы можете производить на нем то, что вы хотите. Один израильский ученый занимался исследованием каннабиса и его влиянием на неврологическую систему. Примерно через 4,5 года он пришел к следующему заключению. Он сказал: «В нашем мозге миллионы опиоидных рецепторов. Но для чего они?» Он поставил задачу перед учеными разных научных дисциплин выяснить, для чего нужны эти миллионы опиоидных рецепторов в мозге. В мире произошло много всего в этом контексте. Наконец, неврологи пришли к следующему заключению. Мозг ожидает, что вы будете производить каннабис в своей собственной системе. Он не ожидает, что вы будете курить. Мозг ожидает, что вы сами будете производить это вещество, то есть оно становится постоянным инструментом для регуляции вашего настроения. Но большинство людей превратилось в неэффективные химические заводы. Либо же, даже если производство хорошее, они никуда не годятся как руководители. Поэтому они начинают курить и принимать это извне. Для меня это не проблема морали. Но дело в том, что есть достаточное количество исследований, и хотя активисты, пропагандирующие курение марихуаны, пытаются принизить их значение, существуют серьезные научные исследования, показывающие, что ваша способность принимать решения, определенные области вашего мозга, связанные с принятием решений, будут подавлены, если курить марихуану на протяжении 30 дней. Это воздействие будет продолжаться на протяжении 4-5 лет. На это время ваша способность к принятию решений значительно пострадает. С таким умом и с таким мозгом, например, в суде, если я отдаю свою жизнь в чьи-то руки, я не хочу, чтобы мой адвокат курил марихуану. Я не хочу, чтобы хирург, который меня оперирует, курил марихуану. Если кто-то просто курит где-то, в переулке, и никто от него не зависит, это его проблема. Но определенно я не хочу, чтобы мой хирург покурил марихуану перед тем, как начать делать мне операцию. Да или нет? А вы хотите? Это же касается и водителей, потому что я езжу с определенной скоростью. Я не хочу, чтобы водители под воздействием марихуаны ездили со мной по одной дороге. Я не хочу этого. А если я еду на заднем сиденье в качестве пассажира, я не хочу, чтобы мой водитель покурил марихуану перед тем, как сесть за руль. Если вы хотите этого, это ваш выбор. Но мы этого не хотим. Большинство людей не хотят этого, потому что они знают, к чему это приведет. То, что мы называем расслаблением, по сути, это означает, на сегодняшний день 70% американского населения принимают лекарства по назначению врача. Остальной мир старается их в этом нагнать. Люди начинают принимать лекарства очень рано в своей жизни. И остальные 30%, конечно, принимают все то, о чем вы сейчас говорили. Зачем ограничиваться марихуаной? Почему бы нам не начать употреблять и кокаин? Ведь он же заряжает энергией. Я уже сказал вам, для меня здесь дело не в морали. Вопрос в том, улучшит ли это вашу жизнь или наоборот подавит ее. Позволит ли это вам прожить свою жизнь в полной мере, или же сократит масштаб и возможности вашей жизни? В этой жизни должно произойти хотя бы то, на что вы способны, не так ли? Будь то ваше восприятие, или стресс, или наркотики, какой бы ни была причина, как человек, вы не должны становиться меньше, чем могли бы быть. Вы должны раскрыть эту жизнь по максимуму, потому что все, что у вас есть в этой жизни, это интенсивность и глубина вашего переживания. А если половину этого времени вы как в тумане, вы упустите эту возможность. Но если вы придете ко мне, я могу научить вас просто сидеть здесь и быть под кайфом. Правда? Это касается не только меня. Я могу сделать это с кем угодно. Тысячи людей просто сидят и бум! Я могу показать вам миллион людей. Каждое утро, когда они закрывают глаза, у них появляются слезы восторга. Because there is a way.
потому что существует способ активизировать эту систему. Ведь это самый сложный химический состав на планете. Когда все находится прямо здесь, лучше научиться использовать вот это. Если мы уделим этому некоторое время на раннем этапе вашей жизни, вы сможете достичь этого с легкостью.